Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня у нас 30 уже мая, но некоторым, вот кто живет в сибирском регионе, как я, у кого нет теплицы, некоторым до высадки в грунт, вот сладкого перца, еще целых 10 дней. У нас мы высаживаем после 10 июня, потому что тут еще говорят, что 5 июня будет заморозки. Поэтому сейчас очень актуален вопрос, что делать вот с этими цветами, которые уже расцвели, плодами, которые вот здесь уже вот обвешаны все. У меня таких много, у меня, вот вы видите, есть и цветочек. Ну, короче, у меня я сеяла в несколько сроков. Есть и с плодами, есть и цветущие. Вот в кассете есть еще не цветущие. И вот всякие. Что делать все-таки, общипывать или нет? Я зимой, когда еще не было перца, ну, как теоретически рассказывала, я всегда говорила, что тут у каждого будет свой вариант. Смотрите, вот у меня перец. Он когда зацвел и когда начали образовываться вот эти вот, ну, плодики, я сразу подумала, что я это все оставлю, потому что он у меня выращивается в стаканчике, в закрытой корневой системе, и я его смогу вот сейчас при высадке, не повреждая корни, вот так осторожно взять, в ямку заглубить и присыпать все. И он даже не почувствует, что я его пересадила. Я делаю каждый год так. Вот самый первый, самый ранний посев я распакировываю именно по стаканчикам, чтобы его пересадить было очень просто. И вот эти все молодые завязи обычно, очень редко сбрасывают, обычно они продолжают расти, продолжают развиваться, и именно они будут у меня самым-самым первым урожаем. Так что я не убираю, вот когда в стаканах. Но другая ситуация, когда у меня, смотрите, такой же огромный перец, но растет он в лотке. Он растет в лотке, у него тоже здесь, видите, вот они, перчины. Все, он уже с урожаем. Я даже показать его не могу, но вот перец очень большой уже здесь. Что делать с таким перцем? По идее, я сейчас, когда начну его вытаскивать с лотка, конечно, я немного и порву корни, повредится корневая система. Перец очень капризный, он может отреагировать на стресс так, что он их сбросит. Но я, опять же, и в этом случае я тоже не удаляю, как надеясь на авось. Вдруг он их не сбросит. Бывает такая ситуация, что перец очень сильный, что даже если немножко корни ему оборвешь, вот немножко повредишь его, он все равно вцепится в эти плоды, он никак не отдает. А есть, которые вот при пересадке из лотка, они не только перчины свои, но и листики некоторые прям сбрасывают. Вот когда у него это стрессовая ситуация, и когда растению нужно выжить, оно, конечно, сохраняет вот эту вот верхушку, зеленую массу, а перцы сбросит. Ну, тут знаете как, или вы его сами отщипнете, или он сбросит. Тут даже зависит не от того, откуда вы из лотка возьмете или стаканчик, а от того, в каком состоянии сам куст. Вот если вы видите, что куст хорошо развит, у него много листиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, тут больше 20 листьев. Это значит, что вот этот вот листовой аппарат, вот эта зеленая масса, ее много, и она может выкормить вот эти перцы. Но ведь бывают ситуации, когда перец вырастет 8-10 сантиметров, зацветет, и раз, у него вот такая перчинка. Вот он сам крошечка, хаврошечка, там 4 листика, и уже он пытается вырастить перец. В таких случаях я вот как 100% уверена, что такую перчинку нужно прищипывать и убирать. Просто так же, как вот с огурцом я вам показывала, маленькое растение, оно не способно и себя дальше развивать, и вот эту перчину. Оно бросит все силы на развитие этого перчика. Расти дальше не будет, остановится в росте надолго. Возможно, даже карликом останется. Он высосет вот этот вот перчинка одна, все соки с нее, и все. И следующее цветение, плодообразование или отодвинется насильно, ну, далеко, надолго, или нет. Но вот здесь, смотрите, здесь ситуация совсем другая. Видите, тут раз, два, три, четыре. Тут уже четыре перца полностью, вот, ну, плоды видно. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще семь цветов. Значит, после того, как перцы вот эти образовались, растению хватает сил, и они увеличиваются. И дальше цветы цветут, и вот новые листья растут. После перцев еще вот продолжается рост. Значит, глядя вот на этот случай, мы можем сказать, что
для этого растения эти завязи, они по силам. И после высадки, когда еще будет грунта много, представьте, у него всего 200 граммов. И это он так смог вот это сделать. Если ему грунта сейчас дам много, конечно, он осилит и эти цветы, и следующие. Тут вот на одной макушке, я посчитала, будет 12 завязей сразу. Все, и вы вот смотрите, я всегда говорю, когда спрашивают, вот у меня перец зацвел, нужно отщипывать или нет, я не знаю. Смотрите на объем грунта, какой у вас есть. Может быть, вам есть резон пересадить в больший стаканчик, например, если вот такой классный экземпляр, если он видно, что урожайный, плодовитый, но вы посадите его в большую плошку, например, хотя бы 500 граммов, дайте ему дотянуть до открытого грунта без ущерба, потому что если бы я вот продержала еще неделю, дней 10 его в этом стакане, не хватало бы питания, он начал бы что-то сбрасывать. Или цветы, или плоды. Вот пока у него все идет хорошо. По ихнему сценарию все развивается. Я сегодня его высажу в грунт. Я потом постараюсь вам показать, я больше чем уверена, все плоды останутся на месте. Но если я его еще буду держать дальше в маленьком грунте, он отсыпется, все. И вот это очень такой неоднозначный вопрос, и ответа однозначного нет. Все-таки выщипывать вот эти цветы и плоды или нет, когда они у нас именно на окне, именно дома зацветают. Смотрите, если вы хотите дотянуть эти плоды, ну, дать им жизнь, значит, увеличиваете количество грунта или высаживаете пораньше, как-то закрываете пленочками. Если уж у вас нет такой возможности, а перчик маленький, худенький, но цветет и хочет плодоносить, то лучше, конечно, оборвать. Все. Тут вот у меня даже, они высажены в один срок, даже у меня они все разные. Вот один, казалось бы, такой здоровый, плодоносит и все, а другой он зацвел, и вот такой маленький, хиленький. Ясно, что ему это не надо, ему пока рано. Но я честно говорю, я редко, когда что выщипываю и отщипываю, я полагаюсь на их такой разум, у них там, не знаю, есть он или нет. Если растению это будет не по силам, оно скинет само. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот эти небольшие такие подробности о наших перцах, которые я еще не высаживала. И вот сейчас вот за голову хватаюсь, как их разбирать тут, как их надо же по сортам все это. Ну все, до свидания, буду работать сегодня. У нас, как всегда, жарко. Сегодня 27 градусов будет. Высаженная вчера рассада мучается. Сегодня покажу замороженных, пройду. Чувствую себя хорошо. Все, до свидания.